Ну, у нас идет прием, в принципе, обычный, только более, меньше, больше времени на одного пациента выделяется, для того, чтобы не было скучности за дверью. Вот, отменены медосмотры, профилактические осмотры детей в год, школьников медосмотры, естественно, тоже отменены. Но сохранились медосмотры детей, которые поступают в детский сад, которые на комиссии на БМС идут, на ПМПК, ну вот такой вот. Ну, а так, в принципе, обычный прием, и всех, кто желает, мы принимаем, только, конечно, в масках. Большое значение имеет, конечно, развитие слуха у ребенка, то есть слух, да, для развития речевого ребенка и социальной адаптации. Поэтому очень важно, чтобы родители наблюдали за ребенком и отмечали, насколько он реагирует на звуки, слышит ли он их речь. Если какие-то сомнения, то обязательно нужно прийти к нам. Мы будем тут разбираться, или если не сможем разобраться, пошлем в Нижний Новгород к сурдологу, к областному. Ну, конечно, не как взрослый, поворотом головы еще может не быть, но на громкие звуки, на тихие звуки они могут не реагировать. Дети, особенно до 3 месяцев, у них еще торможение преобладает нервной системы. Поэтому на громкие звуки, вот, конечно, реакция должна быть. Это, например, вздрагивание ребенка на громкий звук, или просыпается ребенок во время сна, перестает сосать, если он грудь сосет в этот момент, да? Потом моргание, взмахивание ручками. Ну, частота сердечных сокращений, конечно, тоже увеличивается, но это вы и не определите. Вот. Ну, в общем, вот такие вот, такая реакция внешняя должна быть обязательно. Если этого нет, то есть никак ребенок не реагирует, то обязательно нужно прийти к нам.